back at the Ukrainian naval headquarters, and it looks like some self-defense forces or civilians stormed it this morning, took it over, and now they're leading Ukrainian sailors out. The base seems to have completely surrendered. Какие у вас планы? Вот, да ничего, все будет хорошо. Все будет хорошо. А вы рады то, что теперь Крым является Россией? Ну, расскажите, пожалуйста, ваши ощущения. Вот как оно? Удачи. Берите кадр. У меня в историю уже идет. Севастопольцы решили принять в коммунальную собственность штаб ВМСУ Украины. Долго препятствовали военнослужащие ВМСУ. Ну, севастопольцы просто зашли туда корректно, разоружили всех военных, то есть блокировали. Все нормально все сдались, никто никого не оскорблял. Совершенно все корректно. Никого даже пальцем никто не ударил. Вот. Просто Севастополь... Такой дух у Севастополя, что он перекует даже западенца, даже бендеровца. Вот сюда приезжают бендеровцы Западной Украины, и они становятся уже севастопольцами. Благодарность украинским военным, что они понимают севастопольцам, что 23 года в оккупации мы остались все севастопольцами. Вот 23 года, понимаете, вчера, когда Путин сказал принять в состав Российской Федерации, я заплакал. Я плакал просто, понимаете? Чалый плакал. Расскажите, пожалуйста, как сегодня это все происходило? Происходило методом захвата, вот и все. Ой, просто, просто методом захвата не происходило и все. Народ выбрал свой путь. Я, до свидания. Спасибо. Можно вас спросить, что вы будете делать? Вы едете сейчас на Украину служить или остаетесь здесь? Украина, товарищи, все остаемся, успокойтесь. Увольняетесь или остаетесь? Нет, ЧФРФ. Переходите на российскую сторону? Да Крым всегда был русской территорией, господа. Нет! Вы как-то историю учите. Не, ну все это время сидели, а теперь просто... Мы сидели, они еще раз говорили, в неведении, это раз. А во-вторых, нам никто ничего не рассказывал. В неведении чего? Командование? Всего, да. У нас был единственный приказ, сидим до упора, все. А вам сохранят ваши должности, которые... Вроде обещают, да? We're at the Nakhimov Ukrainian for now Naval Academy, and all of these sailors here are about to watch the Ukrainian flag be lowered, the Russian flag put in their place, and it's just a matter of time before they all become sailors of the Russian Black Sea Fleet. Yeah.
was incredible. There was a group of Ukrainian sailors who defied the raising of the Russian national flag and sang the Ukrainian national anthem as the orchestra was playing. When I got here a couple of weeks ago, I never thought I'd actually see Russia raising its flag over Crimea. But what's happened is it's invaded a country that didn't provoke it and chosen a moment in time when Ukraine's government was in total disarray. Ukraine doesn't have a president right now, it doesn't have any ministers, and it basically doesn't have a permanent government. And now all of Russia's neighbors must be thinking, could we be next?